Родилась 9 июля 1976 года в городе Москве. Отец – Константин Васильевич Гусев, портной, мать – Тамара Михайловна Гусева, работает главным инспектором в административно-технической инспекции города Москвы. За время учебы в школе Екатерина перепробовала множество занятий. Спортивная гимнастика, фигурное катание, плавание, танцы, школьный театр. Собиралась поступать в Московский биотехнологический институт. Но на одном из школьных капустников ее заметила ассистентка Евгения Рубеновича Симонова и предложила попробовать поступить в высшее театральное училище имени Б.В. Щукина. В 1993 году она поступила на курс Е.Р. Симонова. После смерти Симонова курс вела В.П. Николаенко.